Идемте, идемте. Идемте, мои гусечки, красоточки. Всем здравствуйте, дорогие подписчики. Смотрите, какая у нас красота. Какое облако у нас над головой. Вот мои гусечки идут, вот они. А вот мой дом. Вот они. Идемте. О, смотрите, какое небо. А в середине вот эта пустота, такое чувство, как летучая мышь. Смотрите. Ну, наше местное время 6 часов. Скоро закрывать уже их буду. Да, кстати, у нас так холодно, ребята. Некоторые пишут, что тепло. Я даже на секундочку завидую тем, кто пишет, что у нас тепло, жарко. Вот ей-богу. Вот бы еще погреться. Замерзнуть-то еще успеем. Зима еще впереди. А зимы-то у нас суровые. Пойдемте пройдемся туда. Зимы-то у нас суровые. 45, 43, 39, 38. Всякое бывает, такие морозы бывают сильные. Поэтому хочется еще немножко тепла. Идут, идут. Я ускорила шаг, они даже не пасутся, а идут. Давайте догонять. Догоните мне, мои родные. Так, то вот тут, смотрите, у нас тут как красиво. Тут поле. Красота. Природа. Вот такая вот у нас тут красота. Идут. Я тут ускорила шаг, они идут. Вот они. Мои девочки и мальчики, гусечки. Самая умная птица. Вот, ребята, вот клянусь вам, поверьте, самая умная птица. Они прекрасно понимают человеческий язык. Куда, что, зачем. Домой кричут, приходят. В ту сторону ходить нельзя, не идут. Что скажу, они любую мою команду выполняют. Вот ей-богу. Я их очень люблю. Гуси — это самая умная птица. Такие дела. Вот они у нас. Посмотрите, какое облако-то у нас, ребята. Вот что у нас над головой творится, смотрите. Тоже все кругом, видите, как зелено. Август месяц на нас уже чуть ли не заканчивается. А кругом как все зелен. Ну, потому что дожди за дождями, дожди за дождями. Сегодня-то утром только был дождь. Сейчас в данный момент нету дождя. Так что поэтому и трава все еще зеленая. О, какое облако. У меня гуси целыми днями пасутся. Ну, конечно, естественно, отдыхают, придут, отдыхают, водички попьют, потом опять начинают. Целый день они у меня на вольной выпасах едят, сколько хотят. Как бы нету такого там, например, сколько-то доза сегодня кормежка, завтра вот такая. Свободный выгул, свободный выпас.
Ну, так-то, по идее, в деревнях всегда так было, и так и есть, и до сих пор так, что именно в деревнях также любой скот, птицы, они пасутся вольно. Это как бы не то, что в загонах, да, что самим надо кормить, там траву рвать, там еще что-то делать. Нет, ну когда малышей, да, до малышей в данный момент я сама их кормлю. А так, а взрослые сами себя кормят. Утром, то есть вечером я их подкармливаю. Ну, в течение дня тоже там все, то кабачки, то огурцы пророщены там. Всякое, откуда что даст, я им бросаю. Вообще мне безумно нравится. Там прям, вот смотришь, как художник нарисовал, какая красота у нас. Идут. Уже дошли, почти до меня дошли. Гусечки дошли почти до меня, мои гусечки. Мои красотки. Так, идите он туда, в поле, идите в поле. Иди в поле, давай, поле, уйдите, вон там трава вся зеленая. Давай, иди. Вот видите, идут. Видите, я вам сказала, в поле, вот, пожалуйста, смотрите. Видите, они идут в поле. Вот, там травка, видите, какая хорошая. Они такую траву любят. Идите, в поле. Ну тихо. Чего боимся? Кого боимся? Я же с вами. Пошли дальше. Давай. Иди, моя девочка, иди. Иди, моя красавица, иди. Давай. Идите, там травка хорошая. Какая красота, ребята, посмотрите. Это только в деревне такое можно увидеть. Тут как раз та трава, которую они любят. В этом году мне многие спрашивают, почему ты по деревне гусей не пасешь? А потому что тут траву у меня самой возле дома хватает, поэтому они не пасутся далеко. Я не знаю, туда дальше, к осени, может, когда уже, знаете, уже травы практически не останется, тогда уже будем, естественно, ходить по деревне, гонять буду их, чтобы они паслись. Так что вот, друзья, о
так мы и живем. Всем пока.